Мне приснился вот такой дракон. Андрей, сделаем? Да, сделаем, конечно. Без вопросов. Месяца за два. Ну как процесс идет? Отлично. Отлично идет процесс. С чего вы зубы делаете? Это, конечно, военная тайна. Вот. Зубы. Вот с такой штучкой вы делаете зубы, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь металлом? Достаточно давно. Я вырос в кузнице. Понял. У отца. А сам вот уже так, лет 5 уже здесь. А так, лет 20. Ну что, нормально? Тебе нравится? В общем, да. Отлично. Пока да. Дальше как он себя поведет. Нужный ракурс дракона. Вот никто да, не видел, я думаю, череп дракона. Не челюсть ему. Где так будет. Ну, тогда вот так уже. Так что делов тут еще, во! Ну это просто у дракона пока появляется макияж. В виде всяких шипов. Че в морду улыбаешься? Скоро поедешь. Я вот отсюда сделал 136 штук, и он до туда. Так, ну вот поставили конструкцию примерно задней лапы, как она будет располагаться. Здесь будет вторая лапа, корпус и сеней. Вот уже конструкция примерно второй лапы, как с крылышком будет. Вот там получается конструкция задней лапы, она становится на козырек. Ну вот, пошла чешуя, чешуя, и заканчивается хвостом. Это получается четырехскатная крыша. Вот. Ну еще недели 2-3 и все. Вот у него появилась уже костяцкая такая лапа. Первый набросок. И здесь получается, сейчас формируется вторая задняя лапа. Все это будет также в чешуе. Там где доделаю, там сделаю каркас. Он на крокодил, ну в принципе крокодил и крокодил. Будут офигенные. А вот такая будет. Такие когти. Когти. Потихонечку формируется передняя лапа. Одеваем ее уже в кольчугу и будет монтироваться здесь. Все это скоро будет шлифоваться, полироваться, краситься, грунтоваться. И каждый раз снимешь дракона сверху.
переваренная запчасть. О, что-то там слабенько, что-то слабенько там держится. Большую ты ударил, она аж зашаталась. Так она потому что на руке держит, на этой держит, на... Как она? Так она отвалится? Не отвалится индивидуально, она вместе с рукой находится. Идет работа полным ходом. Ваяние скульптуры из металла. Монументальная скульптура. Ну вот и завершилось металлическое изготовление нашего дракона. Дракона с сердцем. Он в той лапе, он будет держать сердце. Дракон получился очень большой, внушительный. Сейчас осталось самое главное. Все зашлифовать, загрунтовать и подобрать правильные краски. Идет процесс ваяния дракона, подготовка его глаз, зрачков, пробуем разрисовать его в нужном цветовой гамме. Так, ну что, вот у нас мы все подходим ближе к финишной, то есть уже наносим все больше цветовой гаммы. Может, не отпиливать эту? Она же длинный дракон. Может, или так она все равно будет лежать, как бы. Это не так будет. В лапе видно. Будет, да. А так она будет лежать на большой палец. Не хотим отрезать, но и прокомментируйте, пожалуйста. 150 на 240. Это маленькая? 230, это, ну, 240. Вот так вот вверх, когда он родился. Сердце львенка. Вот сердце он держит в руке. Вырос тело. Все, полетел дракон. Из этого. Из гнездышка. Наш дракон вылетел на улицу. Вот он, такой красавчик стоит. Ну, на улице, конечно, уже другое освещение. Абсолютно по-другому он играет. Вот он, вид его для зрителя. Вот этого ракурса мы его, в принципе, не видели ни разу. Вот этот ракурс, который будут видеть все зрители. Вот такой вот. Вот с этой стороны, вот он получается такой красавчик. Потому что всех с трех сторон мы видели, а с этой стороны он для стенки стоял. И вот теперь он, мы можем его по кругу. Но это пока он еще не на высоте. Пока он на такой вот конструкции. Заняло это у нас 3 месяца работы. Благодаря Андрею Федорову и его брату Александру они воплотили мою фантазию в реальность. Эскизов куча, цвет. Украсили уже какие-то моменты мы сами, какие-то мастер красил. Но без художника никак. Главное все четко рассчитать. Одно дело сделать, а другое дело теперь аккуратно довести и установить. Да, взгляд у него останется. Совсем другой становится после того, когда он чувствует полет. Нежненько поедем. Так, хомутали, привязали, завязали. Будем трогаться. Путешествует. Главное, что у нас не так высоко. Народ всем бушку поворачивает, смотри. Ты смотри, дракон летит. Так, идет подъем дракона. Все, пошел, да? Так, подъем, там вот этот рост. Дракон полетел. Смотри снизу, красиво, да? Да. Дракон снизу не каждый раз увидишь. Потихоньку опускай. По идее он должен сесть. Так, та лапа тоже села. Ну, села нормально. Который я буду видеть
каждый день. Ну ты там сильно плотно так не подгонишь, потому что... Да все, он пищит, болтается. Все. Снимаем. Снимаем? Да.